проекты кто-то строит, смотри, какой домик милый. Смотри, вот такой я хочу построить. Он маленький-маленький, но там метров 150 точно есть. Это мельница, говорят, была. Он мне так нравится, я не знаю его историю. Какая красота. Грибов здесь немерено. Что летом, что осенью. Они все придумали, сочинили, камни нарисовали. Ну надо же. Общий план фракийского святилища Бегликтар. Почему-то считается, что тут фракийцы первобытно еще жили. Но я говорю, когда я приехал сюда, вот в 2008 году, это не было никакой достопримечательности. Я здесь пешком ходил, гулял. И потом вдруг решили, что это может быть оказаться стоянкой древних людей. Почему нет-то? Людям это интересно, забавно. Почему-то сделали и брачным ложем, и местом для жертвоприношений, и какой-то скалой разделенной. Что же хочешь? Ну, шикарно, да? А что же было? Как вот этот камень вот так встал, Дим? Как думаешь? Я думаю, что было какое-то извержение, землетрясение. Так я знаю еще такие места. Просто там почему-то не сделали, не обозначили. Они, ой, там очень интересно камни расположены. И их почему-то не обозначили как достопримечательность. А здесь вот сделали. Вот тут. Я не пройду, Дим. Я-то проходил. Это избавит меня от всех грехов. Ну так думали древние. Ну, мне интересно ходить между камней. Пойдем. Тут вот где-то, вон там за холмом есть из бетона вылитые такие основы громадного комплекса. Это Людмила Живкова строила, хотела, мечтала, но даже начали это строить еще при социализме. Детский санаторно-курортный комплекс, оздоровительно-спортивный причем. И вот для этих целей вот тут вот начали строить этот причал. И тут когда-то ходили типа комет наших, ну как в Одессе. И вот этот вот пляжик очаровательный, я помню с тех пор. На тот остров хочу сплавать. Я снял что-то странное на острове. Это птица сидит.
Ну, похоже на то. Ну, им деревья есть. А вот он! Вот он, комплекс Миложевского. Я говорю, за полуостров, вот же он. И, а и мы прошли, проехали под ним, но кто-то что-то там затеяли восстанавливать, что ли? Вот этих окон я не помню, чтобы не были. Или так оно и было. Возможно, возможно, этой дороги не было, возможно, так и дело. А вот тут, пляж Ракутина, самый шикарный из каких я знаю. Вот здесь у нас Приморская дорога. Аж до реки Рапотама, вот там вот эти реки Рапотама. И вот это все где-то... Ну, раньше не было вот этих ресторанов. И вот было еще очаровательно. Но люди же хотят есть. Поэтому хочешь, не хочешь, приходится, кто-то арендует, берет в аренду пляж и делает кусок пляжика. И строит свою таверночку, или как там она называется, шалашик ставит, продает ванечки. Идем? Вот это вилла Тодора Живкова. Ее построили в 87 году. Она стояла вся новая, расписная. Потом я приехал позже. Ну, туда нельзя было пройти, там был забор, все огорожено, это заповедник. Нельзя было попасть. А в 89-м, когда уже социализм рухнул, сломали забор, во-первых, люди. И был какой-то человек, какие-то пограничники все еще находились, и какой-то военный. Пускали туда людей на экскурсию. Люди просто ходили посмотреть, что там. А потом кто-то ее купил каким-то странным образом. Ну как все делается во времена таких смут. И не знаю, что с ней стало. Долгое время она была собственник, ничем не занимался там, и она пришла в упадок. Ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень, всё изменится вокруг. На рассохшейся скамейке старший Плиний. Дрозд щебечет в шевелюре кипариса. Ну и как идти в лес-то? Напрочь. Напрочь на окно. Какой завтра на машине поедем? Сейчас. Да. Пошли. А то у тебя ноги мокрые. Маленькая киса. Киська, киська, киська. Кися. Маленькая, а ты единственная, кто в руки пошла? Да, она хочет есть, наверное, больше, чем самая остальные. Голодная. И ухо отгрызали, посмотри. Давай котлеты, котлеты съедим. И нельзя свинину. Ну, кусочек можно, если она голодная. А она не беременная? Наташа говорит, что всех их тут кормят. Давай ее домой отнесем и дадим котлеты. Давай. Мяу. Давай ее домой отнесем и дадим ей котлетку. Чернушка? Ну, здрасте, она домой не пойдет. Я на руках отнесу. Кс-кс.
Мне кажется, она беременная. Она беременная. Она, иначе убежит, если мы уйдем. Господи, домой не надо носить. Ну, подавай и вынесем на улицу. Ну, вынесешь ей. Так она уйдет. Не уйдет. Она, смотри, какая деятельная. Она не будет ждать, пока ты домой ходишь. Лучше сырого фарша ей дай. Ой, сейчас все набегут. Ты что, если ты ей дашь? Дим, ей надо.